Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными. Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России. Президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими. Попова заявила, что специалисты предлагают сделать майские праздники в 2021 году непрерывными. По ее словам, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.